Друзья, мы приехали в Леруа Мерлен. Сейчас мы пройдем с вами, посмотрим все, что есть к Новому году. Какие классные олени и елочки. Друзья, здесь музыка, поэтому переходим на мой голос с микрофона. У кого еще нет настроения новогоднего, друзья, надеюсь, я этим видео вам его принесу. Итак, сделаем обзор на продукцию от Леруа Мерлен к Новому году. Есть и скатерти, есть чехлы на подушки, всевозможных расцветок, ковриков. Все, что нужно для встречи Нового года и Рождества. Пройдем с вами в отдел игрушек. В этом году Леруа Мерлен как никогда подготовился. Всевозможного и игрушек, и украшений, гирлянд, освещений, всевозможных украшений, декора. Все это в Леруа Мерлен было в избытке. Также сравнила я цены с прошлогодним Леруа Мерлен. У меня есть ссылочка, я оставлю вам в верхнем правом углу. Сейчас будет подсказка на мой прошлогодний обзор игрушек и всевозможного новогоднего декора из Леруа Мерлен в прошлом году. Итак, украшения к Новому году, освещение. В этом году очень много всевозможных и звезд, и декора в виде оленей, грибов, снеговиков, звезд, снежинок. В этом, конечно, в избытке, как в прошлом тоже году. Можно сравнить и количество игрушек в этом году и в прошлом. И я заметила одну вещь, что в этом году на некоторые товары, идентичные, что были в прошлом году, немножко цена опустилась. Не знаю, с чем это связано, но вот такой вот я заметила момент. Очень много разных расцветок и украшений и в белом цвете, и в золотистом, и в красном. Всевозможных венков, украшений. Все это было, конечно же, в избытке в Леруа Мерлен в этом году, как и в прошлом, в принципе. Хотелось бы узнать, как в вашем Леруа Мерлен обстоят дела с игрушками, с декором, украшением к Новому году. Если были в этом году перед Новым годом, вот сейчас в декабре в своем Леруа Мерлен, напишите в комментариях, как у вас обстоят дела с этим, с новогодними игрушками в вашем Леруа Мерлен. Будет интересно почитать, потому что каждый Леруа Мерлен, мне кажется, отличается своим наполнением, украшением, естественно. Игрушки разного плана, есть простые, есть замысловатые, цветочки, бантики, плюш. В прошлом году был популярен плюш, в этом году тоже. Я смотрела, заметила, тоже были игрушки, наверное, с прошлого сезона завоза новогоднего, не продали, не распродали. Очень много, конечно, повторов, что в прошлом году, что и в этом. Но, естественно, нужно было кому-то это все сбыть и в этом году. Что-то вот новенького я, мне кажется, может быть, только пару элементов заметила, пару украшений, но есть что, конечно, выбрать, есть из чего выбрать, есть разные расцветки, кто-то украшает свои новогодние елки и декор в доме более в сдержанном цвете, в одном, в золотом, в белом, в красном, кто-то миксует, кто-то вообще не придерживается к этой гамме. Мы, например, в доме обычно оформляли мы, говорю, я за себя, я скорее больше декоратор нашего дома, украшения елки. Больше в золотистом, красном, вот такая у меня гамма. Конечно, хотелось, наверное, в каком-то году просто сделать в одном стиле, допустим, в белом или только в золотистом, но пока вот у меня такой микс происходит из двух, максимум трех цветов, белый, желтый и красный. Напишите в комментариях, кстати, в каком цвете вы украшаете свой дом, свою елку, или вы не придерживаетесь. Давайте тоже обсудим это в комментариях. Что еще могу сказать? Очень много игрушек, очень много декора, сами видите, разной тематики, на разный вкус и цвет. Вот, так что, друзья, предлагаю вам насладиться походом в Леруа Мерлен вместе со мной и просто понаблюдать этот выбор.
Леруа Мерлен мы купили набор игрушек елочных, взяли для улицы, поэтому взяли самые дешевые. Стоили они, по-моему, по 3,99, напишу тоже на экране. Вот, пластика обычная 16 штук. Следующая покупка это было освещение. Освещение для нашего балкона. Взяли на 18 метров. Можно использовать для внутреннего использования в доме и снаружи. Теплый свет будет. Ну, здесь все написано. 4 сантиметра между одним и вторым светом, лампочкой. И также написано, что идеально для елки в 180 сантиметров. Давайте с вами откроем. Стоила такая нам гирлянда. Я напишу на экране. То есть гирлянда красиво мигает. Она, видите, получается зеленый у нее пластик. То есть если даже к елке не было бы видно. Вот, выбирали в этом году теплый свет для украшения улицы, с улицы, чтобы дом у нас был украшен таким, потому что у нас было яркое освещение, разноцветное, мне это, конечно, не очень нравилось. Следующая была покупка у нас набор батареек типа А3А для пульта, тоже уже использовали, и еще взяли перчатки зеленые, это для моей работы в саду, потому что за весь сезон у меня несколько пар перчаток точно истрепались. Взяла фирмы Диолия. Использую такой фирмы ручной секатор, ручные ножницы садовые длинные. Очень ими довольна, поэтому надеюсь, перчатками тоже. Здесь интересно, видите, для зажима запястья есть липучка. Вот так вот выглядит размер М. Ну, то есть, когда буду пользоваться, вам скажу точный результат. Но думаю, такие хорошие перчатки. Все, видите, прорезинены. То есть и внутри, и снаружи. Уж надеюсь, что они мне прослужат дольше, потому что при работе всегда указательные пальцы, чем мы больше работаем, так они вот здесь вот и начинают как бы портиться. Вот, такая у нас была, друзья, закупочка. Вот так вот, друзья, прошла наша поездка в Леруа Мерлен. Давно мы не были и решили взять мужа, сестру вместе с нами в поездку. Ей там захотелось посмотреть и в Икеа, и в Леруа Мерлен всякие новогодние там штучки, всякие всевозможные украшения. Так что, друзья, если вам понравилась наша поездка, наши покупки, поддержите меня, пожалуйста, пальчиками вверх. Если не подписались, подпишитесь. Впереди много всяких интересных будет видео про обустройство дома, обустройство сада. Все самое интересное, как всегда, впереди. Подписывайтесь, у нас на канале очень классные подписчики, зрители, поэтому присоединяйтесь к нашей семье, друзья. Всем всего хорошего, всем желаю хорошего дня или вечера, в зависимости от того, когда вы смотрели мое видео. Всех обнимаю, всех целую, пока-пока.